Неделя безопасности продолжается в Каспийске. Правила дорожного движения, а также поведение на дорогах должны знать все. Особенно это касается школьников, которые зачастую являются самыми непредсказуемыми пешеходами на дорогах. И порой из-за своей невнимательности, эмоций, отсутствия инстинкта самосохранения и прочих факторов выбегают на проезжую часть. К сожалению, чаще всего такие ситуации приводят к ужасным последствиям. Дабы предупредить подобные инциденты, по инициативе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, а также администрации Каспийска совместно с ГИБДД и управлением образования, рабочая группа Центра организации дорожного движения в рамках программы «Лаборатория безопасности» проводит беседы с учениками младших классов республики на тему правил поведения на дорогах. Такое мероприятие состоялось и в Каспийске 24 октября в 3-й школе имени Гаджибекова. Сиражуддин Ганиев, старший преподаватель Центра организации дорожного движения, рассказал о том, как и для чего проводятся подобные мероприятия. В рамках программы «Лаборатория безопасности» ездим по школам по всей республике, ознакомливаем детей с правилами дорожного движения, на практике показываем, как нужно переходить, где нельзя переходить, как себя вести в общественном транспорте, где можно ездить на велосипедах. Потому что у нас в республике, не только в республике, очень часто дети как раз таки такого возраста, младших классов, очень часто попадают в аварии, ДТП, потому что они не соблюдают правила дорожного движения, либо вовсе их не знают, перебегают дорогу в неположенных местах, не смотрят по сторонам, отвлекаются на телефоны, друг с другом играются. Поэтому очень важно для детей проводить такие мероприятия, на практике показать, рассказать, что как нельзя делать, как можно делать. В ходе мероприятия организаторы рассказывают детям о правилах безопасности на дорогах, а также в форме игр дают возможность детям применить теорию на практике. Учащиеся 3-й школы, в свою очередь, делились с нашими корреспондентами полученными знаниями. Сегодня я научусь очень многому. Когда я научусь переходить пешеход, например, с великом. Я не знал, что именно надо выходить с велика, а потом переходить дорогу. Специалисты считают, что в этом направлении активное участие должны принимать в первую очередь родители и проводить подобные беседы с детьми дома как можно чаще, для того, чтобы обезопасить их путь от дома до школы и обратно. Виктория Соболева, Рабадан Куртаев, специально для Каспий Медиа.